В рамках подготовки к столетию республики будут обновлены фасады многоквартирных домов в центре Петрозаводска. Планируется привести в порядок 48 объектов. Администрацией уже заключены контракты на проведение работ по 11 зданиям. Подписаны соглашения с управляющими организациями по 29 домам. Сейчас работы ведутся на 7 объектах. Например, идет капитальный ремонт фасада на улице Фридриха Энгельса, 13. Вообще дом, как вы видите, он непростой. Он имеет значительный объем работы и разбит дом на 4 этапа. Вот сейчас мы видим первый этап выполнения работы со стороны проспекта Ленина. Ну, соответственно, когда работы будут завершены на этом этапе работы, то постепенно будут переходить на улицу Энгельса и там и на стороны улицы Герцена. До конца июля подрядная организация планирует отремонтировать и покрасить стены, карниз, молдинги, пилястры и другие элементы фасада. Рабочие заменят водосточную систему, окрасят окна и балконное ограждение. Уже проведены пробные выкрасы фасада. Цвета согласованы с архитектором Александром Савельевым. Депутатский корпус тщательно контролирует проводимые работы. На сегодняшний день, вот мы сейчас с вами находимся на Энгельса 13, подрядчик проводит работы поэтапно в рамках технического задания, которое прописано. И свои ремонтные работы должен закончить к концу лета. На этой неделе подрядчик приступит к обновлению фасадов на проспекте Ленина 35 и 37. В целом работы планируют завершить к середине августа.